Многие города в мире в свое время отказались от трамваев и даже разобрали рельсы, а также всю остальную инфраструктуру. Трамвай казался старомодным, неуклюжим и шумным средством передвижения. Но со временем выяснилось, что хоронить трамвай рано. Конечно, новые вагоны стоят дорого, но это означает, что и решение надо принимать продуманно. Современные трамваи стали заметно тише, быстрее и комфортабельнее. При этом дорогой энергии они тратят меньше, хотя летом в них прохладно, а зимой тепло. Наконец, и в Таллине появились новые трамваи и современная инфраструктура, причем это лишь начало. Как раз перевели господряд, значит, на объем от грунта Петербурге-2 до аэропорта. Значит, там мы начинаем работу только когда весной погода разрешает. Будет выкаплен туннель в объеме 300 метров. И оттуда уже по улице Кевизе до аэропорта. Несмотря на то, что длина новой ветки составляет всего 2 километра, она имеет огромное значение не только для таллинцев, но и для всех, кто путешествует транзитом через столицу. Аэропорт соединяется с центром города, с автовокзалом, а в будущем и с Балтийским вокзалом. В идеале скоростная линия должна соединять все ворота города – железнодорожные, воздушные и морские. Существенная часть расходов будет компенсирована за счет европейских фондов. Общая стоимость проекта составит чуть менее 12 миллионов евро. Отсюда мы начинаем... Значит, реконструировать трамвайную дорогу от площади Веру до Копли. И, однако, и эти работы мы хотим заканчивать, значит, в конце 2017 года. Строительство будет проходить в несколько этапов. Первый этап – линия от центра города до Балтийского вокзала, а далее в Копле. Этот проект требует уже более существенных расходов. С учетом стоимости новых трамваев запланирована полная реконструкция старых. Такой шаг финансово гораздо более целесообразен. Неудивительно, что так поступают многие европейские города. К тому же после современной реконструкции старые вагоны будут выглядеть как новенькие. Так что в ближайшие годы столица сохранит все виды общественного транспорта. Причем, что немаловажно, он останется бесплатным. Ведь это, несомненно, повышает его привлекательность. Сергей Дыдыкин, Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.